Приветствую, меня зовут Олег Ефимов. Я эксперт в области маркетинга в недвижимости. Самый первый вопрос, который вы задаете себе, собираясь внедрить CRM, какую CRM выбрать? И это самый частый, но самый неправильный вопрос на первом этапе внедрения CRM. Мы к этому вопросу вернемся позже. Давайте сначала разберемся, что такое CRM в агентстве недвижимости, какие задачи она может решать и какие пути внедрения существуют. Обо всем по порядку. Что такое CRM? Дословно переводится как система управления взаимоотношениями с клиентами. То есть это система, позволяющая хранить, систематизировать, анализировать и управлять взаимоотношениями с клиентами. Говоря еще более простым языком, CRM – единая база данных с удобным интерфейсом для работы, помогающая продавать больше, лучше, дороже, умеющая анализировать и выявлять слабые места, позволяющая оценивать эффективность рекламы, прогнозировать кэшфлоу компании, контролировать качество оказанных услуг, автоматизировать бизнес-процессы и многое другое. CRM для агентства недвижимости по общей концепции не отличается, ведь нам всем важно оказывать нашим клиентам качественные услуги. Например, один мой знакомый, частный брокер, записывает все договоренности с клиентом после телефонного разговора и встреч в свой блокнот. По сути, это его CRM. И да, это работает. И не важно, что это блокнот, файл Excel, заметки в телефоне и так далее. Но представьте, что у вас не 2-3 текущих клиента, а 8-10 или 50. Или же вы руководитель агентства недвижимости, и у вас 50 брокеров, у которых по 50 клиентов. Удобно ли будет выполнять все эти функции в блокноте или Excel? Думаю, нет. Да и по дороге, скорее всего, 50, а может и больше процентов просто потеряются. Итак, какие же все-таки бывают CRM-системы? Они бывают двух типов. SaaS или система как сервис и Standalone системы. Система, установленная на ваш сервер. SaaS-системы – это готовые облачные решения с данными, хранящимися на стороне поставщика услуг. Вы получаете программное обеспечение и или доступ в интерфейс и приложение для смартфона. Обычно такие решения менее гибкие и не позволяют носить глубокие изменения, но зачастую тот функционал, который предлагают поставщики, исчерпывающий для выполнения основных задач CRM. Standalone-система – это система, разработанная вами самостоятельно или поставщиком, так называемая коробочная версия, установленная на ваши сервера. Все данные хранятся у вас. Этот вид CRM имеет более глубокую степень доработки, а если вы сами разрабатываете такую систему, то фактически неограниченные возможности. Но, на мой взгляд, стендалон-системы следует внедрять для очень крупных компаний с собственной продвинутой IT-инфраструктурой и постоянным штатом разработчиков. Минус такого решения в постоянной потребности обновления и доработки системы под быстро меняющиеся технологии и потребности вашего бизнеса. Исходя из вышесказанного, практически для любого агентства недвижимости или частного брокера подойдет SaaS-решение, такое как AMA CRM, Bittrex24, BPO Online и другие. Давайте разберем, как правильно выбрать и на что обратить внимание в следующей части.